Я думаю, нет ни одного россиянина, ни одного югорчанина, который относится к этой ситуации безучастно. Я сам с Украины, с города Горловки. Я считаю, что мы обязаны, мы должны этим людям за то, что они 8 лет верят в нас, верят в нас, верят в Россию. С приходом спецоперации появилось такое понятие, оно было всегда у нас в советское время, стало актуально сейчас. Мы стали называть друг друга товарищи. Это о многом говорит, что мы готовы подставить плечо друг другу. И особенно это нас касается, как и угорчан, что мы должны быть готовы подставить свое плечо дончанам и луганским жителям в этой трудной ситуации. Люди остались без средств к существованию, негде жить. Это, скажем прямо, это наши россияне на сегодняшний момент. Мы должны им помочь. Люди нас поверили, отдают свои жизни. За что не отдают жизни? За нашу целостность как государство, за наше с вами, пускай это высокие слова, за наше светлое будущее и России, и округа Югры. Что можем сделать? Нужно все это делать.